Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с защитой животных. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен Законодательным собранием Республики Башкортостан, и им предлагается внести изменения в закон об ответственном обращении с животными. Так, в этом законе предлагается установить запрет на создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что в такого рода зоопарках, цирках и дельфинариях не обеспечивается надлежащее содержание животных. Это приводит к тому, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, ну и кроме того, это создает опасность и для тех зрителей, которые приходят посмотреть на животных, поскольку животные становятся агрессивными и создается риск того, что они могут нападать на людей. Что касается перспектив данного законопроекта, то оценить их достаточно сложно. Вообще следует заметить, что, конечно же, законопроектом поднимается важная проблема, и решение ее выглядит адекватным. Правда, следует заметить, что, конечно же, законопроект недоработан, поскольку в нем не содержится каких-либо переходных положений, связанных с уже существующими передвижными зоопарками, цирками и дельфинариями. То есть встает вопрос, что делать с ними, что делать с животными, которые в них находятся. Но в любом случае необходимо отслеживать рассмотрение данного законопроекта. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.